Снова всем приветики, вы, наверное, не поймете, Наташа, что происходит, смотрите, какая куртка. Здесь вот мех, кстати, натуральный мех кролика, крашеный. И эта куртка очень дорогая, дорого стоила, этой куртке уже много лет, ей 10 лет, да, даже больше 10 лет ей. Она стоила 10 лет назад 6 тысяч, помню я. Я у мамы ее еле-еле просто выпросила, она, блин, она вообще просто классная. Вот. Тогда я помню, когда мы ее купили, я весила 48 килограмм, и плюс к ним мы еще купили джинсы 40-го размера, я помню, к ней был. И, по-моему, сапоги какие-то купили. Сапоги я хорошо поносила, куртку вот эту тоже хорошо поносила, а джинсы через какое-то время я чуть поправилась и не влезла. И, короче, они новые практически остались, сейчас куда-то уже просто не делись. Вот. Решила вам показать. Сейчас ее померила. В основном от всех курток я избавилась, а вот эту я не смогла. Она реально классная. Мне кажется, даже сейчас, напишите, кстати, в комментариях, сейчас еще можно ее носить или нет. Мне кажется, еще можно. Она реально классная и хорошо выглядит. Чистенькая она прям, все супер. И у нее капюшон. У нее капюшон вон там. Такой вот. То есть, если холодно, но она тонкая как раз на осень, если холодно, можно его поднять. Для зимы было бы просто шикарно. Смотрите, как классно от Яндекса. Сразу подпись Тинькофф Банк. И вы думаете, брать трубку или не брать? Потому что функция прям вот от Яндекса. Функция просто отличная. Прям классная. Подождешь чуть-чуть и знаешь уже, кто тебе звонит. Ну, с другой стороны, конечно, Тинькофф Банку для этого, ну, как бы именно вот этот вот момент очень плохо. То, что люди не берут трубку, уже знают. Классная вещь. У меня, видите, синий экран, синяя тут заставка. Сейчас мы выключим. И с этой стороны тоже синяя. Синий, он так блестит, такой зеркальный. Блин, мне этот телефон так нравится, не могу прям. Прям, не знаю, обожаю этот телефон. Такой. У меня, кстати, Honor. Он был очень, кстати, популярный. Но он сейчас уже почти не продается нигде. Такой, такой классный. Это на коробке он стоит. Вот. Да, и везде у нас все завалено с тобой. Вот это вот называется ремонт. Ремонт. Еще хотела приехать свекровь. Говорит, я тут будет посижу часок. А я так подумала, господи, думаю, где сидеть? Да здесь целый час. Я думаю, где сидеть? Говорю, потерпите до 8 марта. Ну, ролика вы с опозданием, конечно. Чего? Соседи тоже на коробке стоят. Не знаю, наверное. Думаю, блин, тут сидеть даже просто негде. Не приготовить, ничего. Короче, ей отказала, не знаю. Она еще не уехала. Ну, где там коробки-то? У нас тут плинтуса, тут-то, все. Потекла труба в туалете. Второй месяц, народ, второй месяц. Январь в середине. Да, полтора месяца прошло. Слесарь так и не пришел. Новой управляющей компании, я не знаю, это кошмар какой-то. Там ее заделали чуть-чуть, ну, потом покажу вечером, вот, ну, попозже. Чуть-чуть ее заделали, думали, это придет. Нет, никак нету, звоним слесаря, заняты. Крыши якобы слесаря чистят, там еще что-то, короче, не знаю, это кошмар. Надо главному по подъезду, наверное, подойти. А, блин, туса лишние, тут мастер зачем-то купил. Специально, что ли, покупает, наверное, чтобы у нас устояло. Тут, блин, туса мы еще не доделали, в этой комнате мы еще не положили, блин, туса. Потому что тут провода мы будем, это я тянула. А, их будем ставить после двери, В Диминой комнате тоже, потому что кровать будем ждать. Попозже будут, блин, туса. Вот они тут лежат, главное потом их не перепутать, из какой комнаты какие. Ай, сегодня солнечно. Вчера было очень сильно холодно. Вчера был ветер, сильный ветер. Был, знаете, настолько сильный ветер, что он дул прям по глазам, и глаза очень сильно болели. Очень сильно болели глаза прям. Я до мамы пока дошла, но вроде так-то недалеко идти здесь.
у зеркала, руки, ну, руки мою, в зеркало смотрюсь, а у меня глаза красные, прям красные, как, ну, обветрились, как будто бы, что ли. Потом домой побежали, домой прибежали, опять глаза болят, и вообще, не знаю, такой первый раз у меня. Старость, наверное. Наверное, я уже старею. Ну, не было такого, ну, был один раз, я помню, ветер такой же сильный, но не настолько. Классно смотреть картинку там. Да, 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 да. Я еще потом вчера пошла в Пятерочку за хлебом по пути. И там на углу был очень сильный ветер, я чуть не улетела, честно. Хотя не на диете я, вешу, ну, многовато. Но все равно. Все, мы ждем, короче, мастера. Сейчас Дима докушивает. И у нас будут утренние танцы. Все у нас соседи на работе. Надеюсь. И мы будем плясать.